Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала на обзоре. Монета королевства Швеция, 1 крона 1980 года. Швеция находится на севере Европы, в южной части Скандинавского полуострова и имеет сухопутную границу с Норвегией и Финляндией. Впервые шведская крона была введена в 1873 году в результате создания валютного Скандинавского союза между Швецией и Данией. Чуть позже к ним присоединилась и Норвегия. Состояла крона из 100 эра, была введена вместо риксдаллера. Интересно то, что монета Швеции крона очеканена с 1875 года, а также юбилейные памятные монеты с 1897 года находились в обращении и являлись законным платежным средством до 2016 года, а также банкноты, напечатанные с 1874 года, были в обращении до 1987 года. Монета Швеции 1 крона в 1968 году начала изготавливаться из меди, покрытой никелем. Данная монета, которая перед нами, монета периода правления короля Карла XVI Густава, это монета регулярного чекана. Такая разновидность монеты чеканилась с 1976 по 1981. И перед нами реверс монеты, на котором изображен малый герб Швеции и лазаревый щит с тремя золотыми коронами. Вверху на щитом также корона. Существует множество версий происхождения толкования данного знака. Есть одна теория, согласно которой, что впервые данный символ три короны появился в государственной атрибутике Швеции при короле Швеции Магнусе Эриксоне 1319-1364 год. Они изображались на его печати, две короны по краям щита и одна над щитом. Магнус принял три короны как символ своего титула, король Швеции, Норвегии и Скании. А уже в 1364 году при короле Швеции Альбрехте, герцог Мекленбургский, три короны стали основным геральдическим символом Швеции. Вверху над щитом полукругом надпись на шведском девиз короля Карла XVI Густава «Форсвараиш и Тиден» в переводе «За Швецию в ногу со временем» или «За Швецию во все времена». Внизу монеты полукругом номинал монеты цифра 1 и сокращенная надпись денежной единицы крона КР. С двух сторон номинала есть обозначение с левой стороны. Буква «Э» – средняя перекладина в виде молотка, обозначение монетного двора Эскильстуна, на котором была очеканена данная монета. Тираж монеты в 80-м году составил 51 694 323 экземпляра. Такой буквой монетный двор Эскильстуна стал обозначаться в 1973 году. С правой стороны значок директора монетного двора, буква «У» – это Бенгт Улфот или Ульфот. Он был директором монетного двора с 1961 по 1986. Давайте посмотрим аверс монет. Перед нами аверс монеты, ориентация медальная, 0 градусов. На аверсе изображен профиль короля Карла XVI Густава, повернутый влево. Он родился 30 апреля 1946 года, был коронован 19 сентября 1973 года. По окружности монеты надпись на шведском «Карл XVI Густав Сверайдж, Швеция». Внизу под портретом год чеканки 1980. Дизайнер аверса и реверса Ларс Энглюд. Данная монета сделана из меди, покрытая никелем, диаметр 25 мм, толщина 1,88 мм, гурт рубчатый, вес 7 граммов. Цена монеты около 15 гривен. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!